Привет! Вы на канале «Простые рисунки для детей». Я решила снимать не только рисунки, но и настольные игры, например, как шашки, шахматы, башенки, компьютерные игры. И в некоторых видео будет бельчонок, это моя морская свинка. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайки на них. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на канал. Хорошо. Только это будет видео. Всем привет! Сегодня я расскажу вам о комбинации, которую может быть в шашках. У меня сейчас здесь стоит партия шашек, и сейчас я вам покажу. Это будет, когда белые забирают, отдают одну шашку и забирают две шашки у черных. Сначала белые хотят сделать колонку и ходят сюда. Черные ходят в левый угол. Белые дополняют колонку. Потом черные ходят вот сюда. Это тихий ход. Белые дополняют свою колонку, которая сделана из трех шашек. Потом неправильный ход черных. Они ходят сюда. Тогда белые ходят сюда, так как в шашках обязаны бить, то тогда черные бьют сюда, а белые забирают вот сюда, одну и вторую шашку. Это первая наша комбинация.